Брика, как ты считаешь, Анатолич достойный скилл показывает или это уже дедушка? Не слежу. И про каких новых людей можешь сказать, что они скилл? Спасибо за ответ. Сколько не слежу, каких-то новых талантов вот не именно, наблюдаю. Вот именно, вот именно. Я тоже не наблюдаю. Я тоже не наблюдаю. Нет новых людей. Все, кто были, те и есть. То есть, в принципе, сейчас все задроты, там, все там стримеры, ну, топовые там игроки, это все игроки, которые там играют в игру уже по 10 лет. А каких-то свежих там пацанов, которые там залетели там годика 3-4 назад в игру и при этом там где-то или стримят, или где-то ебашат на туриках, ну, таких почти нет. То есть, все в игре старички, которые в игру уже по 10 лет играют, может, даже больше. Вот. Такие вот дела, да, да. А насчет дела Анатолича, ну, Анатолич турнирный игрок, туда-сюда все дела. Я, честно говоря, с ним никогда в команде не играл и никогда не был с ним знаком, не контактировал. Так, чисто знал его просто как соперника, как оппонента. И я не знаю ничего про его скилл, то есть конкретно в данный момент без понятия. Ну, а так вообще знал его как, ну, как достойного, конечно, игрока. Многие эти команды, игроки его считают там очень-очень сильным. Потому что он в себе совмещает как бы навыки игрока и навыки командира. Ну, не и командира, возможно, я насчет командира я не знаю, но он шарит в тактике и так далее. Возможно, он не командует. Хотя он, наверное, подсказывает. Короче, я не буду лезть в те дебри, в которых не шарю. Так что не буду.